он в рейтлинг, он у меня только такие фласки. И на мана реген вроде бы. Хоть бесит это на танка. Что-что? На танка фласка есть? Нет, вот у меня этот хип давал. А, ну я сейчас ТП обратно в агримарчу на фласку. Не ТПшься, сейчас по-другому сделаем. Сейчас, да, Варс зайдет, мы его сумнем, он придаст фласки. Войдите, кто там зашел вон что. Так. Сколько они там стоят? 100 колд. Да. Погнали. Все тут же, да? Сейчас ждите, там кто-то не упал еще. А что вы делаете? Джеста нету еще тут. Джест Англия. Ну хуй знаю, ну чек, ничего не, блядь. Они там чекарят. Они там что там делают? Еще они пока там делают так, что они делают. Клока-то нету, они лететь долго будут. Останьтесь сзади. Мы убьем без... А, ну пойдем, да. Там же еще чистить надо, я забыл. Этого сейчас убьем, они прилетят сами. И разрушители сразу начнем. Можно изи мод сделать. Тут уже изи мод. Че время тянуть, я тоже предлагаю изи сделать, и все. Конечно. Разрушитель, водитель, кто-то сядьте. А вы уже уехали на задачках? Что-то не вижу разрушителя, где он? Господи, я же сказал, я все здесь уже разбил. Просто продуй. Все, пойдемте. Я еще потом в конце пересяду в этот, кинь меня в Левиафан, я ачивку попытаюсь сделать. Про турбол говорит или что? Да. Окей. Садитесь в звезду, потягай колчана. Кто там, алло? Не надо на чопперы садиться, блять. У нас и так два человека чарятся. Садитесь в нормальные машины. Тут два разрушителя. Разрушители есть, и все. Я так понял. Да нафиг они нужны. Что, садись, поехали. Чистим, да все убиваю. Че скажешь, Гутербол, как тебя кидать? Да. Может не прокнуть, поэтому мне надо будет вылезти, как короче. Ты залезешь первый. Ну, я второй. Не получится и пофиг. Что будь готов, их мало ли, если не получится, надо будет призывать. В следующий раз. Можно вообще вдвоем эту очушку сделать. Так же, как и Армагеддон этот. Давай.
убивать колчедан. Сейчас выкатиться. Ускорялку. И колчедан поймать. Закидывать уже его можешь. Закидывай. Ближе к колчеданов на сунели, блядь, не достают. Здесь контакт? Да, все равно. Успевай. Стоп. Так, давай, добивай. О, красава. Успел. На секунду бы позже кинул, и все, я не сделал бы. Он ничто. Так, наручи. Можете уступить. Ну ладно. Уступлю, если выиграю. А у меня тут 213. Я расчистил ГБ, все сумки, столько места. Вообще осталось у меня, оказывается, протопаладин почти фулл бис собранный. Две бисовые атрини есть на посланника, на протопала. Еще паладин заряжен максимально. Где там они, чарились, нет? Или что, роботы без них бить? Да так убили. Обычная сложность. А лимон где? Гоняет. Только сейчас твой опять прохили. Сейчас босс объем на нормальном шмате, не забывайте. Я каску бахнул. Черна, пьян, хука. И 7 каски. Ну все, можно начинать, в принципе. Да. Лимон с рейда. Так, до 50, там до 40%. Вот под боссом. Он отхиливает его. Побейте РДДшки. Хама будет слева справа. На 4, на 5. На 4% отхилился. На 3 даже. Бутрэ, что слили. Ну, я один его сливаю. Лайкнемся, если трэш не слить. Прыгать начнут. Бейте трэш, сейчас опять сердце будет на 50. Что у вас, ноль урона, техника, блядь, не бейте, алло. Сердце опять там до 30%. Побольше подбейте. Чё? Дунь в голову. Вот хламобот, его никто не бьет. Почему-то, блядь. Он лечит босса. Он со всех сторон на ней идет.
Слева застанем хламобота. Бейте его. Справа два. Не знаю. Хламобуть. Ой, справа как много их. Бейте массы. Затхилит сильно босс. Сейчас там 1%, по-моему, босс останется, надо в него сыграть. Убивать. Лол, сердце выпало. Да-да-да, нифига себе. Щита не выпало. Давай убьем сердце, посмотрим, что было. Я чуваку зачитаю это какой-нибудь. Раз пацаны подошли. Сразу там вестибюль. Что там? РПД тренинг можно кому-то? Пойдем. Что, вместе что, три ни другой нету, что ли? Нас так крыло. Это только быстро. Так, ничего не жарит, ничего, так убиваем весь. Гигантская кузня, портал. О, мне одного надо жарить. Все тут спускаем. Потом давайте еще на Хадира сходим. Мне еще разок попытаем шанс увеличить. Да не, все равно тебе локом идти, потом пойдешь после посланника. Да, после посланника. Короче, будем долго там сидеть. Скорее всего, после посланника там Хадира максимум еще убьем и все. Потому что там 25. Перед ними стал доценить. Ну что, ты же тоже варишь, кушаешь, готовишь. Ага. Готовишь.
просто если идти, блядь, дальше, где-то будет типа впритык. И РТ сдвинется, блядь, и вообще по пизде все пойдет. Это зависит от того, насколько скилловые тут игроки. И какие челы мы будем делать. Можем не делать. Даже нет скилла. От того, сколько времени вы, блядь, бафы. Она скоро снова взлетит. Тамага мало, что тут. Набивай грудь. Сейчас ждать будем на последний кинг. Да нет, там трэш. Как раз 5 минут. Самый ебанутый босс, блядь, крутится как дурачок. Мана кинь там куда-нибудь подальше. А можешь кикнуть пока. А ты локом где? Тебе надо смотреть? Или чё? А, ну тут летишь. Нет, нет, нет. Только у нас сейчас-то можно шмот нормальный надеть, а не ПТ-шный. Кто такой бегает? ПТ-шным мы бы вайпнули сейчас уже. Или ты тренируешься, да? Окей, понял. Просто изи АФКшнуть мог в любое время. Тупой мог на ремонте. Да, маны нету. Ха-ха. Походу вайп, пацаны. Заливай ману скорее. Эти мелких этих питеров. Ёбаный рот. Застанили войско. Сука, аж пукан сгорелся.
там бьете, нет, ну, что так долго. Я не просто. Кобальтовая отмычка. Саня, дай мне наручник. А есть это? Чарка ухнул, не чар с собой. Наручи зачарить не стали. У меня есть, но ребят. Ну, переодевайте уже шмот. Там, по голоде это сколько стоит? На выносливость, да? Да, 40 выносливости. А сколько кинешь, столько будет? 150 хватит? Более. Не рыбы у меня нету. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Ладно, там, давайте осмотримся, у кого чего. Пекера показывает. Да, у меня слышно, я поменял. Ну да. Ачивку запарывает пацанам Пеппер, блядь. Не переоделся еще просто. Звезды кто будет? Сова или Лок? Пускай вам вместе пьют. Ну, Вуди типа пусть бьет, а Джесс помогает. Если долго просто звезды бить, то будет проблема. Их надо нон-стопом бить. Ну там, смотрите, основной, да. В принципе, тут все знают, что я буду рассказывать. Ладно, Лок, кто основной из вас будет? Давай, я даже люблю. Отлично. Джеста, да, это, там, дотки накинешь и все, как хватит. Да, я сейчас. Там сейчас шипы можно. Так чё, ДЦ, Эршам хапал, да? Да, перехил. Все переделись. Вроде бы все. Пеппер, подожди. Так я вижу, что готовность не принимает. А, он еще не далеко. А, он еще не перейдёмся. Разбавь Пеппер и переоденься. Процесс, чем мы соломим.
меня нет барабана. Как раз лучше всем. Ворон, снимай парни. Кого лента? Че, все, я разбахал, гол. А, вот, у Рохана ленточку и эту накидку гербу сними. И вот эту рубашку-то вот сниму. Чек на пул, давайте, на рэндж. Первый войд, гера с пула будет. Кто мне скажет? Так, будет чему готов. Не подождите, не запускайте. Сейчас я вогнусь, дом включу, читаю. Сейчас напишу на тебя англик. 10 секунд. Сейчас я вогнусь, быстро. 5 секунд. Все, гружусь. Ну все, вроде прогрузил нормаляк. Залог успешного трая, не падать попусту, там, на каре. Кому я создать? Сови. Вот товар слабенький, смотрите, чтобы это хорошенько светило. Угу. Чё там, чек? 39% блока. А блок от боссов не спасает, он эту штуку спасает. Так, он же все равно блокирует там этот урон. Ну, блока блокирует. Все, все готовы, можно начинать. Приготовились. Ангел, где я там броню порежу сейчас. Банки пьем. Давайте. Непостижимую даже для величайшего. Ты иди от босса сейчас. Начинаю. Все звезды. Не задрывается. Блять, забыл с пула, сейчас кинул, короче. Блять, если мне не поминать, я хуй кину. Да, да. Взрывается. Дырку одну сразу разбили. Все бегите к квадрату. Суровый, 5 секунд, меньше уже. А ты ее разбиваешь, зачем? Там сейчас танка ваншот нет. Не, нормально. Кара. Пятеро. Бей дальше, бей дальше.
Забиваю, отойдите. Шимана мана. Им разлейте. Сделайте шамана мана, я нормально. Сейчас разобьется. Заводи в дырки быстрее. Ложу. Дойди, Пеппер, взрываю. Созвездец меня забери. Суровый, заходим, сейчас. Созвездец меня забери. Заходите на мне, созвездие висит, я последний не должен зайти. Стан, дай. Все, захожу. Все, надо делать. Все, теперь звезды не бейте, босс. Пул ДД в босса, все. Стере 20. Кара. Верзилу сильно хильте сейчас. Нормально, тут захилюсь. Синее босса и в центр собирайтесь, сейчас это квадратом будет 4 дырки, чтобы в них не провалились. От звезд отходите только, очень важно. Сейчас они пропадут, лужу оставят. 23%. Давайте сильнее. По 20, да. Там еще раз. Ну, суровый будет еще один в любом случае. Да. Там ДЦ. На весь дот. Шипаешь. Заходите, блин. Будет дырок. 4. 4. Сейчас не пропадут. И заберу. Опа. Жизнь не может быть вечной. Бэд Анвил. Это я, короче, взлетел. Заходите. Зажимай. Моментальные хилки отдаем в этого. ДЦ умер. Все, добивайте, не забивайте. Ничего страшного. Добивайте, блин, сюда тысячу. Хильте. Кара. Нет. Тебя закинуло, да, в этот пятый стак кинуло? Чего? Какой пятый стак? Я просто взлетел, когда войско давал, короче, кара рядом упала. Я тоже полетел. А ты не сдох, да? Нет. Видел миры, охваченные пламенем творцов. Пять вам чувку затащил, бля, почти. А чё, где? А, вон. Того, как... Да все уже, дали. Как я сейчас шаман зайду? И все время я оставался холодным. Да, инканите, кто сегодня ДФБ получил? Есть тут кто-то в рейде? Сейчас в чат поспамлю. Где ребятки вступят, кинем нормально. Подобны вам. Неужели все они так же любили жизнь? Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Че, ни у кого ачивки нету на этих персах ДФБ сегодня? Не, на этом нет. Вон Верзила.
Еще раз кинь, пойдет. У меня нет сил, чтобы... Типа, одновременно что-то сделать, как ты хочешь. Ага. Вот чего мы добились за 19 лет на сервере. Нормально. Если бы этому серваку было, сука, 19 лет, то есть надо было начинать играть в Вовку, сука, 8 лет. Еба. Прикинь, 8 лет такой сидишь, пилишь, блядь, классика, там, ДК, блядь. Хайдерчика завалим, вдруг щитец упадет. Тогда мне Ершан будет готовый. БТ. А добить я не знаю, можно потом, потому что давайте вот сейчас отдохнем. Ну его нахуй, сейчас что-то бить. Хадира убьем для Вуди. Надо, чтобы ровные типы зашли сейчас. 25-ка. Побольше. Че сейчас будет? А, ульта сегодня что? Ты что, только сейчас узнал что? Так я же это, только и зашел на 2 часа. Да, че, пойдешь? Не знаю. Может, пойду. Давайте, где там все? Бегите быстрее сюда. Кто там стоит? Пеппер, беги сюда быстренько, убьем лобос. Три. А кошать... Кстати, кошку можно же проскочить, да? Наверное. Суровый удар нанес мне 25 200. Повторим еще нужно. Пойдем. Зергайте тело, ну, просто ткать. Если мы сыграем массой, то он будет быстрее. Ну, теперь можете освободить приставку. Правую. Бейте, да, правую руку бейте, от вас слева находится. У вас все отлично. Бейте, босс. Она еще специально подписана, блядь. А, чем прикол, короче, сейчас им линкану. Первый раз был. Этого с алголом остался хпс. Знаете, кошку пропустим. Ну да. О, дух хпс. У меня была, я ее продал. Бесполезно. На друиды, наверное, пристанок он нормально. Он дам одному из них. Давай, идем. Который? Пусть там. Другого побейте. Осторожно, кошка идет. Не запустить. По идее, можно и вальнуть ее, блядь. Если там надо что-то кому-то.
Погнали. Чё, заебашим? Ну. Такие кошаки. Бейте босса. Босса бейте. Давайте первый, бейте. Всегда стоим так, чтобы босс смотрел на вас, лицом на вас. Это очень важно. Каст. Быстрее, быстрее, босс. А, я дайте под босса, одна сова залет. Остальные босса бейте. А чё вы, кстати, в 25-ке придумываете новые тактики, когда мы делаем бессмертие на кошатнице? Не знаю. Сколько рейдов вхожу, в одно и то же постоянно, одни и те же шутки. Даже видосы есть, как мы убивали раньше кошатницу. Бессмертей. Зачем новые просто тактики? Самая простая, элементарная? Да, самая простая и элементарная тактика — это бегать. Что там, больше ничего делать просто не надо. Просто отбежал, да, от дырки и все, блядь. В одной точке там стоите. Ну да. Чё, я не знаю, там каждый раз что-то новое придумывали. Зачем? Если хотите бессмертие. Есть же видосы. Там просто люди стоят рядом. Скинули, посмотрели. Или там. Что мы придумываем? Вроде все как обычно делаем. Нет, я... Тут, когда... Не считая двух последних ульдуаров, постоянно я ходил с вами из гильдии, я просто сидел молчал, думаю, интересно посмотреть, как вы будете делать. Говорите, делаем бессмертие, и тактику не объясняете, что надо отбегать. В итоге появляется защитник, и весь рейд стоит рядом с этим защитником. Тактику все знают, мы ходим в эту льду миллион лет. Последние буквально 2-3 ульдуара что-то более-менее уже начали соображать. Последний был ужасный, там просто жесть. Дайте газ. Вы, может, и знаете релы, которые вводят ульду, но людям это не объясняете, потому что лично свидетелем был. Говорите вы то, что надо стоять и в одной меточке, а потом отбежать всем рейдом. Чтобы дикий не ваншотнул. Постоянно там пол рейда возле этого луча стоит. Если меня сегодня не будет, ты захотите бессмертие, не забывайте про это. Сделайте вообще изи. Заходи по паладина, я тоже одеваю PvP тринику, на первый виск, на первый страх я прожимаю тринику, на второй бабл и диспелю сразу танков сначала. Всех трех танков, чтобы они каст сбили и повернули на рейд. Чего? Погнали, я ой. Сейчас ищите тучку на котаке. Нет. О. Тучку собрали и в эту. В лучик с неба. Вон костер вдалеке, тоже подходите к нему. Беги, малышка, беги!
Лол. Эти лучики стакаются. Допустим, два собрали, третий еще больше вам прироста даст. Чонка. Чопки наручи. Все, пойду отдыхать, короче. Че там творим еще нужно? А че там? А, запускай. Да. Че, давай, 1200. Там пару боссов убили. Кто-то перезаходит на ИП. Англифа у тебя че? Какие? А, вижу какие. А, у тебя кожаные вообще? Не знаю, смотри сам. Код отклика альфа я отлинковал, вроде кому надо, отдам. Там если на шамана кольцо, вот на хиловское четко. Ты пишешь маны 0, это на посланнике или что? Да вообще, короче, с этими заменами шмотки у меня карта из этой ленточки гребаная, у меня постоянно что-то происходит, потому что у меня тупо мана кончается, у меня такого вообще никогда не было, даже вот на Алгалоне. Что-то вообще какой-то прикол. Да просто ретрика нету, что-то расслабься. Не-не, просто на ханте у меня вообще никогда не это. Я переключаюсь там, блин, почти в смерть босса, чтобы ману набрать. А сегодня прям, не знаю, 5 минут нету, все, сразу. Какой-то бред. Значит, наверное, в прошлый раз у вас монорек какой-то был. В прошлом рейде, наверное, ретрик был. Не видел ретрик ни разу до послания, блядь. Как это не видел, я кем был? А, ну... До этого не видел, значит. Нифига себе, скорострелами Мирона. Нормально. Звучит как приговор. Пожалуй, занидить надо. Плюс на тебя креста нету. Может тебе крест бахнуть, хант? Хорошая шея тоже. Угу. Погоди, сейчас я расставлю всех. Да подожди, что-то я завис. Я тоже. Да, он все, значит, дисконнект.